К изготовителю меня срочно! Мне нужен этот долбанный резак. Чё там тебе нужно, резачало? Блин. Ну, батарея фигня, пещерная сера фигня, а вот алмаз. Где мне алмаз-то найти? Ладно, КПК, выручай меня, пожалуйста. Я теперь понимаю, почему сканером нужно все сканировать. Если вдруг у тебя чего-то нет, и ты не знаешь, где это найти, ты можешь всегда обратиться к КПК. Да, конечно, мой КПК не слишком наполнен, и здесь нет лазерного резака даже. Почему то? А вот капсула времени, ну-ка. Что нам там? А, ну здесь на английском все написано, что за дела? Кстати, давай-ка мы повесим постер с тобой. Постер я повешу вот сюда. Или нет? Или вот тут напротив Авроры, давай, вот так вот. Вот так вот я повешу. А как его? Во! Во, буду смотреть вот так на разбитую Аврору. И вот так вот, как она должна выглядеть. Круто. Ну и саму Аврорку я... Куда бы ее положить? Конечно, столик нужен для нее. Вот так вот я ее на пол пока положу. Столика у меня нет, я как бомжара здесь. Учитывая тот факт, что шкафчики у меня уже забиты под завязку, мне нужен огроменный шкаф, потому что мне критически мало места для хранения всего. Ух ты ж, мне еще зарядное устройство надо построить. Совсем забыл про него. Но это потом. Сперва мы построим вот этот вот шкаф, огроменный шкаф. Кстати, он нифига не огроменный. Он какой-то мелкий. Ладно, давай вот здесь вот его поставим. Вот так вот. Да, конечно, шкафчик. Мини-шкафчик, я бы это назвал. Места в нем, конечно, побольше, но не настолько. Знаешь, что плохо? То, что я положил туда вещи, огромное количество. Шкафчик прозрачный, а вещей не видно. Куда они делись? Было бы намного красивее, если бы здесь красовались вещи, которые я туда положил. Мотылечек, мотылечек мой, воссоздать тебя надо снова. Воскрешить, так сказать, транспорт. О, циклоп появился. Ингредиенты неизвестны. Как-то? Я же все чертежи собрал. Странно, очень странно, ладно. Мотылек, титановый слиток, энергоячейка, стекло, свинец, смазка. В принципе, все это есть. Сейчас быстренько соберем. Ну что, мотыляра, восстань из мертвых. Хо-хо-хо. Давайте, пупчики, маленькие дрончики, соберите мне его. О, как это круто, как он собирается. Наконец-то, мотылечек, мы снова с тобой воссоединились. О, да. Потому что глайдер меня чертовски бесит. Он быстро высаживает батареечки. Значит так, есть у меня коварная идейка. Алмаз это что? Это минерал. А минералы добывают где? Где-нибудь под землей, в каких-нибудь пещерах. А пещера у нас где есть? Правильно, где есть суша. Ну, это я логически рассуждаю и думаю, что, скорее всего, алмаз мы с тобой найдем там, где есть база инопланетян. Поэтому поплыли на остров. Блин, я чертовски хочу пить и есть. В инвентаре у меня нифига нет. Но уроки выживания не прошли даром. Чтобы попить и поесть, можно схавать водоросли. Сейчас мы их набираем. Водоросли. Они нам дают 3 еды и плюс 1 к воде. Это, конечно, не очень вкусно, но для выживания сойдет. Вот, собственно, я и стал вегетарианцем. Кстати, давно не делал самосканирование, давай попробуем. Что нам скажет? Скан. Скажет, что мы веганами стали. Ничего не сказал, значит все хорошо. Значит все путем. Инфекция распространяется, мы разваливаемся, значит все огонь. Так, вон он остров. Плывем мы, значит, правильно. Смотри-ка, из-под воды его видно. Вот эта фишка, да, вон. Так что этот остров издалека, ну никак не увидеть. Он скрыт туманом. Приплыли! Наконец-то. Кстати, да, тут можно полазить. Я думаю, что здесь есть пещеры. И наверняка здесь есть алмаз. Вон там, вон наверху что-то вижу. Осталось найти место, где бы припарковаться. Парковочку мне организуйте, рыбоньки, пожалуйста. Ну, вот здесь-то мы и припаркуемся. Кстати, я тогда в прошлый раз двери забыл закрыть. Прикинь, какие-нибудь рыбы выйдут на сушу. И проберутся туда. Ух ты, тень какая, смотри. Я чё... Я фонари забыл отключить? Надо бы их выключить. А то батарейку высадят. Ты же мне писал про это, что батарейку разряжает фонарь. Рыбёхи, вы чё? Ты посмотри, они прилипли. Вот тупица. Так, ладно. Где скрижаль? Ты мне говорил тогда, что эту скрижаль можно отсканировать. Ну, давай попробуем. Действительно. Из чего она состоит, интересно? Давай посмотрим. Вот она, пурпурная скрижаль. Она состоит из алмаза и ионного куба. А это подтверждает, что здесь, на этом острове, наверняка есть алмаз.
Шикарно! Логика меня не подводит. Значит, пошли исследовать вот эту местность. Искать пещеры. Достаем ножик, потому что мало ли, вдруг тут опасность какая-нибудь есть. Ух ты, нифига себе. Я, оказывается, в прошлый раз не весь остров исследовал. Здесь можно еще и наверх подняться. Такая тропиночка идет туда. Прикольно. А вот и крабы. Бесячие эти. Оу! Мне пора бы уже пушечкой обзавестись. Слушай, где он? Куда он? Убежал, все. Обдристался, да, испугался. Вот и нефиг. Пополните запас жидкостей. Да-да-да, я знаю. Водорослей надо было побольше нахватать. Опа. Так, а здесь есть обход какой-нибудь? А вот и наша пещера, которую мы искали. Фонаря у меня нет. А здесь чертовски темно, поэтому придет на выручку что? Правильно, глайдер. Глайдер всегда придет на выручку. Господи, какие здесь огромные пещеры. Куда они ведут? О-о-о, нифига себе. Нифига себе. Пещера-то полая. Нет, вниз я падать не хочу. Луковое дерево. Давай отсканем. О, нифига себе. В луковом дереве высокое содержание воды. И оно очень съедобно. Я как раз пить хочу. Круто. Давай. Вода плюс 10. Круто. Побольше мне, пожалуйста. Где алмазы-то, ё-моё? Мне алмазы нужны. Вот тебе и алмаз. Надо было обращать внимание на сланцы. Помните, что материал, который вы собираете, является собственностью корпорации Альтера. Вы будете обязаны возместить полную рыночную стоимость. Ваш текущий счет на оплату составляет 3 миллиона кредитов. Да ну нафиг эту Альтер, может я просто скроюсь на этом острове, да и все, чтобы меня никто не нашел. Да, значит нужно обращать внимание на сланцы. Вон еще один. Ух ты, ты посмотри, сколько здесь сланца. Сколько здесь всего, это что, это портал что ли какой-то? Вот это портал, еще один, такой же мы видели в инопланетной базе. Вставить ионный куб. Подожди, а ионного куба-то у меня с собой нету, блин. Черт подери, надо было его сюда притарабанить. Ладно, в следующий раз его с собой возьму обязательно. Смотри, какая пещерочка маленькая. Но туда я не хочу заползать. Мало ли, вдруг оттуда эти паучары вылазят. Их там огромное количество. Короче, базу бы надо бы переместить сюда, на этот остров. Похоже, все основные действия будут проходить именно здесь. Чтобы далеко мне не бегать, буду здесь жить. О, еще одна скрижаль. Да сколько можно-то? На кой черт мне столько скрижалей? Оу-е, мотылечек мой, я вернулся. Все, поплыли отсюда быстрее. О-о-о, какая рыбеха, она до сих пор тебя охраняет, мотылек. Плаваю я, короче, плаваю возле этой инопланетной базы. Ну, хотел посмотреть, что тут еще есть. И такой, хопа! И здесь какая-то запчасть Авроры. Похоже на мотылек. Фрагмент ядерного реактора, нифига себе, мотылек! А давай-ка мы еще вот туда, вот в эту пещерку заплывем. Еще одна скрижаль. Сколько здесь скрижалей разбросано, это ж вообще капец. Давай-ка подберем. Неужели здесь огромное количество инопланетян жило раньше? Учитывая, сколько скрижалей здесь разбросано. Ладненько, все, поплыли домой. Приплыли! Сейчас мы быстренько сделаем с тобой резак. Лазерный резачок, у меня для тебя все есть. Наконец-то! Где ты? Достаем. О, да. Теперь-то мы можем резать. Давай попробуем. Вот здесь вот. Да уж, размечтался я. Размечтался. Не прорежу я здесь ничего. А если я здесь люк попробую поставить? Нет, он не ставится. Тогда надо попробовать лестницу. Ну ты ж посмотри, я раньше пробовал, а оно не получалось. Вот она, блин, слов не хватает. Сейчас, значит, все у нас будет пучком. Лесенка, давай. Давай, ставься. Вот так вот, наконец-то. Блин, я ее, правда, не так поставил. Оу-ей, второй этаж, погнали. Опа. Так, подожди. А, нифига себе, вот этот телепорт. Я чё? Да, я-то думал, тут анимация подъем по лестнице есть, а тут просто тпшишься и все. Так, вот она наша просторная стеклянная капсула. И вот она наша обсерватория. О-о-о, как же круто. Блин, офигенный вид. Блин, опять забыл выключить фонари у мотылька. Да, здесь только и любоваться видом. О, метеориты летают.
А, это скаты летают. Я думал, метеориты уже летят. На этой прекрасной нотке мы с тобой заканчиваем. Если тебе понравилось, то из тебя лайкос, комментос и обязательно подписочка, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего крутого видоса. Тебе спасибо за просмотр, удачи и пока. Увидимся в новом видео.